Всем привет, с вами Серега Отвертка, и сегодня мы сделаем вот такой вот браслет. Вот так вот, то есть он у нас выглядит. Для этого нам потребуется два вот таких вот металлических уголка, я их купил в строительном. Также нам потребуется вот такой вот любого цвета паракорд и черная нитка. Самым первым делом нам будет необходимо отпилить вот эти вот две пластинки. Здесь у нас примерно миллиметров 5 от края. Здесь мы тоже отступаем 5 миллиметров, ставим засечку и отпиливаем две вот такие вот пластинки. Как-то вот так вот оно у нас получается. Вот эти вот части нам больше не понадобятся. Ну, в принципе, из этих штук тоже можно сделать браслет, но тут с другой стороны находится вот такой вот логотипчик. А здесь вот они у нас полностью пустые. Но в данный момент нам будет их необходимо немного загнуть. Для этого мы будем бить молотком по центру и потом с помощью плоскогубцев немного еще загнем с боков. И посмотрим, что у нас в итоге получится. Вот таким вот образом я это все согнул. Металл у нас довольно мягкий, так что спокойно сгибается с помощью плоскогубцев. Сгибал я их по руке, чтобы они у нас были примерно вот таким вот образом. Ну и теперь самое интересное, нам будет их необходимо нагреть, чтобы они у нас стали темного цвета. И потом опустить их в холодное масло. После закалки в масле у нас получилась такая вот штука. Вот такого цвета у нас то есть была, и после закалки стала такая вот. Мне кажется, это очень офигенски получается и прям как раз подойдет под цвет нашего паракорда. Такие вот у нас получились две детали, и теперь нам необходимо будет сделать здесь царапины. Я это, скорее всего, все буду делать с помощью напильника и гравера. Вот такие вот примерно полосы в рандомном порядке мы делаем по всему браслету. У нас получились небольшие пропилы, и теперь нам все это также будет необходимо закалить в масле, чтобы они у нас стали темными. Собственно, основа у нас готова. Это две вот такие вот пластины. Теперь уже нам необходимо будет сделать сам браслет, чтобы закрепить это потом все на руке. Для этого мы берем наш паракорд. Вот здесь вот мы его продеваем. Нам будет необходимо вот здесь вот его сшить с помощью черной нитки. И также сверху обмотать вот этой вот черной ниткой. Чтобы у нас получилась такая вот штука. С другой стороны мы делаем абсолютно то же самое. И на второй пластине мы также закрепим паракорд. Ну а по длине паракорда мы его возьмем с половину ширины руки. Ну, то есть, примерно вот здесь вот мы его обрежем. Далее мы соединим два конца паракорда и к ним еще пришьем небольшую веревочку, чтобы это у нас все завязывалось на руке. В итоге у меня получились 4 такие вот отрезка длиной в 10 сантиметров. Сшивать мы их будем вот таким вот образом. То есть, закрепим вот здесь вот и обмотаем черной ниткой. Абсолютно то же самое сделаем с остальных концов. И вот эти вот два конца нам тоже будет необходимо потом вместе сшить. Вот здесь мы их сошьем, обернем черной ниткой и потом пришьем еще один шнурок, чтобы у нас это все закреплялось на руке. Вот так вот мы все сшиваем, ну и сверху оборачиваем черной ниткой. Очень плотно ей обматываем и потом завяжем в узелок. Собственно, все веревки у нас примотаны, получилась у нас такая вот штука. Остался нам только заключительный этап, это сшить вот эти вот края и также к ним пришить по одному шнурку. Таким вот образом это все закрепим, также обмотаем веревкой и вот здесь мы уже будем завязывать на руку. Сшивать мы будем на расстоянии в 1 сантиметр. Ну и в итоге у нас получился такой вот браслет. Вот так вот он у нас, короче, теперь выглядит. Что ж, давайте-ка его закрепим на руке. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега Отвертка, всем пока!